Приветствую вас, друзья мои, на канале Солома, и рекомендую подписаться на мой новый канал. Там вы найдете для себя супер интересные, действительно жизненные истории. Просто кликайте на подсказку в правом верхнем углу, заходите на канал и подписывайтесь. Ну что же, а теперь перейдем непосредственно к теме нашего ролика. Поговорим о щитовидной железе. Я дам вам один быстрый способ продиагностировать ее функцию. Дело в том, что очень многие наши болезни, недомогания, проблемы со здоровьем происходят именно из-за неправильной работы щитовидной железы. Об этом мне рассказывал мой эндокринолог. Я долгое время стояла на учете у эндокринолога. У меня был гипотиреоз, это пониженная функция щитовидной железы, я лечилась. Вот. И она дала мне один такой простой секрет, рецепт, как самому дома проверить свою щитовидку. И я, конечно же, хочу поделиться с вами этим способом, но сразу хочу предупредить, что он не заменяет визита к врачу. Это просто возможность дома, в домашних условиях, проверить, все ли у вас в порядке со щитовидной железой. И уже в зависимости от того, какой будет результат, принимать какое-то решение. Значит, смотрите, все, что вам для этого понадобится, это обычный термометр. Он может быть ртутный, может быть электронный, у кого как. Для этого утром, когда вы просыпаетесь, не вставая с кровати, самое важное, вот, чтобы вы не вставали там в туалет или куда-то, проснулись, взяли термометр, положили его себе под мышку и так полежали 10 минут. И вот потом смотрите на показания термометра. Нормальный показатель — это от 36,5 до 36,8. Вот если в рамках этого показателя колеблется температура, значит, у вас все в порядке со щитовидной железой. Если температура ниже 36,5 градусов, это значит, что у вас гипотиреоз, то есть пониженная функция щитовидной железы, вот как у меня было. Если же температура выше 36,8, это значит, что у вас гипертиреоз, то есть повышенная функция щитовидной железы. И то нехорошо, и нужно, естественно, уже идти к врачу и решать этот вопрос. Для того, чтобы уже наверняка убедиться в точности показаний, проведите такой тест 3 дня подряд. Вот 3 дня подряд так меряйте температуру. И после этих 3 дней у вас будет максимально точный результат. Еще раз хочу повторить, что это видео не заменяет вам визита к врачу, оно просто дает вам такой рабочий метод, чтобы понять, все ли хорошо. И вот уже от этого дальше нужно будет плясать. Друзья мои, что же, спасибо за то, что посмотрели это видео, спасибо за то, что вы со мной, и я вам очень прям вот от всей души рекомендую, подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте колокольчик, ставьте лайки и следите за новыми полезными, прекрасными, восхитительными видео.